Сразу скажу, что под видео по ссылке вы найдете список со сроком годности всех продуктов. А сейчас я расскажу про наиболее популярные из них. Например, срок годности молочных продуктов может достигать 2 недель. У молока 1 неделя, а у йогурта целых 2. Важно, сырые яйца можно хранить в холодильнике до 5 недель, а сваренные вкрутую всего 7 дней. Полуфабрикатам место в морозильной камере. До 5 дней хранится ветчина, но 6-9 месяцев консервированная. Для свежего мяса оптимально 2 дня. 2 дня хранится тушка неразделанная. Кусочки поменьше 1,5 дня, как и рыба. Приготовленные продукты из мяса можно хранить в холодильнике 3-4 дня. Плотные овощи, картофель, лук, можно хранить в условиях комнатной температуры. Морковь хранится 2 недели, перец 2-3 дня. Его, как и огурцы, нужно хранить в холодильной камере. Срок годности продуктов можно увеличить при помощи пищевой пленки. Салат кочанный хранится 2-3 дня, а при помощи пищевой пленки до 30 дней. Фрукты могут дозревать в условиях комнатной температуры. Дом им уютно внутри холодильной камеры. Зелень хранится 2 сутки. Как я и говорила в начале, наиболее полный список продуктов со сроками годности можно найти по ссылке ниже. Напоминаю, у нас есть еще больше полезных видео на нашем канале. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч!